Сегодня мы будем делать магнитную рыбалку за минуту. Нам понадобятся скрепки и магнит. У меня есть вот такая игра из фетра с застежками. Из нее мы и будем делать игру рыбалка. Берем рыбку и скрепку. Так, отделяем одну скрепочку и продеваем ее вот тут. Больше не надо, спасибо. Я закрою коробочку. Угу. Для удочки мы возьмем китайские палочки и шнурок. Привязываем шнурок к палочке. А на другой конец привяжем вот такой магнит. Привяжем. Можем рыбачить. Давай. Какую хочешь? Поймай мне голубую рыбку. Опа.